Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. И мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И в прошлом эпизоде мы уже эволюционировали нашего Чаризарда, нашего Чармелеона в Чаризарда. Вот он. И нашу Флаффи Ампфорос. И в принципе... Вот, прикольный покемон. И в принципе, смотрите, я уже немножко достроил свой дом, уже как бы окна, уже как бы есть два этажа, но в принципе на втором этаже еще ничего нету, да в принципе и на первом тоже еще толком нифига нету. Вот, даже окна до конца не доделал. Ну, в принципе, тут у нас направо будет идти такая небольшая кухня, да, вот верстак, что нужно, печки. О, кстати, тут у нас еще железо я переплавлял и алюминий. Ну и такая, как бы, раковина или что-то такое. Тут у нас, в принципе, вот книжные полки, просто так для красоты, ну, так как я их уже взял с покецентра, там пару штук себе взял, и я уже сделал себе наковальню покемоновскую, да. И сейчас, в принципе, ну, давайте еще сюда зайдем, тут у нас будет спальня, тут я тоже вот такую сделал полочку, тут у нас будет вот такая кровать. Кстати, нужно поспать, потому что ночь на дворе, чтобы более видно было. И, в принципе, дорогие друзья, вот сейчас я уже хочу наконец-то уже сделать себе хилку, так как ресурсов у меня хватает. Я уже наконец-то хочу себе сделать компьютер, но, в принципе, он нам еще не нужен, так как у нас даже еще одного, как бы, всех слоев покемонов нету, как бы, не заполненные слои. Слоты или как это. Ну, в принципе, и так компьютер нужен будет. Так что давайте сразу сейчас его сделаем. Я еще себе хочу потом сделать, уже сразу начать делать фосил машины, фосил клинер и фосил, как бы, ну, что делается с помощью фосила, как бы оживлять покемонов, да. И Потому что, дорогие друзья, мы сразу же в первой серии нашли фосил, вот он, и он до сих пор у нас тут стоит. Поэтому и уже нужно сделать себе фосил машины, и потом уже как бы возродить этого покемона, да, можно и так сказать, как бы, чтобы уже там фосил не валялся, а чтобы уже его сделать, и чтобы у нас еще был плюс один покемон. И, ребятки, я так подумал, что я буду ловить покемонов в такой последовательности, как бы. Вот, например, есть 6 слотов, да, для покемонов. Я буду ловить так, например, сделаю одну команду с разных типов покемонов, как бы огненной, там, водяной, призрак, травяной, электрический, психический. И вот тогда, когда мы их уже полностью прокачаем, у нас уже будет полная команда покемонов. Мы их ставим в компьютер и идем ловить другую команду покемонов, уже тоже можно с таких же типов, но как бы других покемонов. Поэтому, дорогие друзья, будем, наверное, вот так, чтобы не ловить, например, вот сейчас у нас есть огненной покемон, есть электрический, и потом, например, словим того же еще Чимчара, да, или Магмара, то бишь, что у нас будет два огненных покемонов. Будем ловить такой последовательности, что как бы ловим всех типов покемонов, которые помещаются в слоты, как бы, чтобы у нас была команда покемонов с разных типов, и потом... Если у нас уже она будет, и если она у нас уже будет прокачанная, ловим других покемонов, да. В принципе, давайте сейчас... Вот, молот нам нужен, чтобы уже начать сейчас алюминий переделывать и сделать себе что-то там. Так, давайте еще возьмем уголь, давайте еще вот это возьмем, что там еще нам нужно. Давайте, вот сейчас эта серия будет только... Мы будем делать, как бы, улучшать интерьер нашего дома, да, можно и так сказать. Я так думаю, что сделаем это. Так, давайте, что еще можно? О, у нас такие два меча алмазные. Ну, какие два меча? Два молотка алмазные. Так, и, в принципе, давайте... Вот это еще вроде нам нужно будет. И что еще нам нужно будет? Вот это нам нужно будет. Стекло нам нужно будет. Да. Ну, в принципе, давайте пойдем. Сейчас мы начнем вот это все делать. И давайте сразу же... Так, где у нас молоток? Вот тут. Я думаю, это не очень будет долго, так как, в принципе, у нас алмазный молот, да, и он более-менее так быстро все это делает. Но для хилки нам нужно вроде 4 вот таких алюминия, да? Я вроде помню, что 4.
А для компьютера нам нужно еще вроде 6, то бишь 10 штук нам таких нужно. Я не знаю, где я компьютер поставлю, или опять же вот тут на кухне, или в спальне, типа там, где кровать, там, где я буду спать. Или же, в принципе, можно даже и тут, и там поставить. Если нам, конечно, алюминий хватит. А если не хватит, то я потом, наверное, еще пойду в шахту, дорогие друзья. Но я в шахту уже пойду как бы без съемки, чтобы опять не идти в шахту, да. Так, сколько тут у нас уже? 9 штук. Ну, давайте еще как раз один. Так как я помню, что для одного фосил-клинера там нужно дофига просто сколько вот этих алюминия. Вот нужно вот это 6 штук есть. То бишь для фосил-клинера у нас уже есть. А потом для... Что это тут? А потом для как бы фосил-машины там еще нужно где-то штук так 6. Еще где-то штук 12. То бишь не хватит нам. Поэтому... Так, сейчас, в принципе, давайте еще немножко поставим железо. Сделаем себе стекло. И... А ну, если я помню, как это вообще там делается. А... Сейчас. Я не помню, как покедек делается. Не помню, честное слово, не помню. Но давайте сейчас сделаем сразу же в первую очередь килку, да. А, твою ж, алмазы нужны. Алмазы нужны, нужны, нужны. Где у нас алмазы? А, вот тут у нас есть алмазы, 21 штука. В принципе, действительно, алмазы нам потом нужны будут, если мы словим Мью. Но потом еще нужно вот ту же машину сделать, чтобы превратить Мью в Мьюту. Я там смотрел, там более-менее такие много ресурсов нужно. Поэтому как-то у нас вот так оно, да? Или наоборот? Да, значит наоборот. Вот так. Отлично, дорогие друзья. Покехилка у нас уже есть. То бишь, уже мы можем лечиться вот так, а не спать каждый раз. Сейчас, я думаю, можно вот тут заполнить как-то стену, чтобы она такая не была. Давайте, наверное, мы все-таки сделаем, где у нас... Вот. Сделаем мы себе одну картину. Нет, такая нет, такая тоже нет, такая тоже нет, такая тоже нет. Ну да чё ты? Во! Ни хрена себе, я дюпнул как... А нет. Такое чувство было, как бы я поставил картину, а картина у меня еще в руке была. Ну отлично, в принципе, все вот так у нас может быть. И в принципе, да, нормально. Или же тут, наверное, компьютер поставить, чтобы красивее был. Ну, посмотрим сейчас. Так, компьютер. Как у нас делается компьютер? Если вот так вроде, тут у нас идет вот так. Тут у нас вроде лампа, а тут у нас... Да, отлично. Все, ребятки, мы уже и компьютер сделали. Вот так вот, отлично. Ну, это я просто случайно нажал. Ни хрена себе, что картина выпала. Как бы места тебе не хватает или что? Или ты просто заглючила? Картина. Да ну. Я сейчас не имею желания ломать компьютер, чтобы опять крашнулся майн. Да ты что, издеваешься, что ли? Ну, капут. Хрен я сейчас это поставлю, так как нужно вроде вот тут ставить, или можно и вот тут. Чтобы просто-напросто не была такая пустая стена. Поставится или нет? Да харе уже ставится поодиночной. Ну, вот этот капут. Так, секундочку. Нет, май не крашнулся. Я просто нажал на паузу, чтобы если бы крашнулся, то...
Можно было потом перезайти, а чтобы не было еще такой же фигни, как у меня уже была. Вот. Эп, твою ж. Вот, отлично. Или просто-напросто нельзя сюда поставить компьютер, так как, да, картина слетает. Да, все, уже не вылетает майн. Наверное, просто на фиг его знает. Так что компьютер мы сюда не будем ставить. Ну, в принципе, можно, чтобы все-таки компьютер тут стоял. Просто тут стена такая пустая, как не хочется. Да фиг его знает. Да пускай будет вот так, да. И вот это мы поставим вот сюда. Отлично. Сундуки я тут ставить не буду. Ну, в принципе, да, может тут сделать один сундук как бы для одной кухни, чтобы тут лежали ресурсы для кухни. Тот же уголь, чтобы сюда переплавлять. Тот же... Тоже железо, тот же алюминий, чтобы сразу в печке ставить. Но я, наверное, сделаю большой склад вот тут на втором этаже. Тут у нас будет вот это все склад. Так как потом, помните, да, когда в предыдущем сезоне, когда мы поставили покерадар, то мы просто находили кучу покемонов-боссов и просто-напросто выбивали нереальную кучу всяких там ресурсов. Как бы связано, ну, с мода ну, пиксельмон, да. Что у нас уже просто-напросто не хватало там даже сундуков, чтобы складывать вот те диски, которые мы выбивали, да. Поэтому, наверное, сделаем себе какой-то склад. Это что за покемон? Янма. Напиши, что это за покемон, как бы какой тип. Так, если кто знает, да. Так, давайте все-таки мы возьмем вот это. Априконы. Я думаю, потом можно потом и их можно выращивать, как бы, чтобы уже себе начать делать большую кучу ультраболов. Или же, в принципе, давайте сейчас, что я хотел. Забыл, что я хотел. А, покедекс. Тут кайф фиг его знает, как сделать вот этот покедекс. А ну и у меня есть одна догадка, как его сделать, но я не знаю, сделается ли он вообще. Дайте мне один редстоун. Ребятки, дайте один редстоун, вот. Так. А, еще что-то хотел сказать, но уже забыл. Капут. Ладно, давайте как-то вот так. Тут у нас или железо, или алюминий. Вот этого я не помню. Нет, не так. Тогда... Сейчас мы посмотрим быстренько, как оно там делается. Секундочку. В принципе, мне покедекс и так не нужен, но чтобы просто был. Так, ага. Ага. А, все понял, как он делается. В принципе, почти так же, как и компьютер. Почти. Тут у нас стекло, тут у нас лампа. А тут у нас вот это. Отлично. Во, даже ачивку дали. Так. О, то бишь у нас есть Чармандер, да, Чермиллион и Чаризард. И у нас еще должно быть, да, вот тут есть Марип, Флаффи, Ампфарос. Отлично. 61 килограмм, вот и жердей. А Чаризард 90 килограмм. Ни хрена себе кушаешь. Ну давайте сейчас, давайте, ребятки, давайте. Давайте все-таки поспим. А вот этот фосил-чиститель, да, фосил как бы клинер, мы будем делать, наверное, уже все-таки в следующей серии. А у меня нет, вот так, уже есть. Телепорт. Да, только телепортнулся, покебосс пропал. Охренеть. Капут. Ладно, давайте все-таки, чтобы нам сейчас сделать... вот, еще один покемон-босс. Да не ты! Ни хрена себе.
Так, иди сюда. Иди сюда. Твою мать. Ладно. И чё, пропал сразу? Во, зараза. А, ладно, Зоруарк. В принципе, потом его можно словить, но сейчас не хочу. А, в принципе, нет возможности. Ну, не знаю, есть ли у меня покеболы или нету. Так. А, вот что мы еще можем сделать. Я как-то даже забыл. Нам же нужно... Сверху хотя бы склад какой-то небольшой сделать. Я вот тебе какую кучу песка добыл, чтобы вот это заполнить вот эти все окна. Как бы сделать стекло для этих всех окон, так как окон более-менее много. Да ведь... А, нет, все-таки нормально. Так, хилбол. Ну, в принципе, да, отлично. О, еще один покемон босс. Так, немножко снизили высоту, чтобы сразу так не падал с такой большой высоты и не убивался. Не говори, что убьешь, твою мать. Уу, это что такое снизу? Не убей, пожалуйста, не убей. Отлично. King's Rock. Ни хрена себе у вас картинка для этого, для этой картинки. King's Rock. Это что вообще такое? Фиг его знает. А, вот еще что у нас, что мы можем поднять. Что бы выкинуть. Лук, все. Ладно. Давайте пойдем мы домой. Там еще один покемон босс. Уже пропал, да? Уже пропал, твою мать. Ах, ладно. Давайте мы пойдем. Да никак пропал, не пропал, вот он. Просто то, что он, наверное, все-таки в земле, мне так кажется. А в землю я не имею желания рыться. Тем всем гравелерам и джиудудам. Поэтому давайте все-таки пойдем поставим уже себе... да, поставим себе пару сундучков. И, в принципе, нам нужно сделать себе уже... Как его там... Алмазную кирку, да, чтобы добыть себе обсидиан, так как один обсидиан все-таки нужен, чтобы сделать себе фосил-машину, поэтому где бы эти сундуки запихнуть? Фиг его знает. Пускай один будет вот тут, один будет вот тут. Так. Тут у нас будут... А, ладно, там у нас будут только диски. Только. Так как дисков уже, в принципе, большая куча. Да, тут у нас будут диски. Нет. Или да. Знает, как бы этот... Сейчас, секундочку. Если тут у нас будет... Нет, это уже как-то криво получается. Давайте, если тут у нас вот так сундук будет... Нет, уже криво. Фиг его знает, как эти сундуки тут сделать. Твою мать. Чтобы было просто нормально так выглядело. Сейчас. Давайте как там мы вот это...
если вот, например, тут сундук, тут сундук, тут у нас стена будет. Тут сундук, тут сундук, тут у нас стена будет, тут сундук, и тут у нас стена будет. Да, я думаю, так как раз будет нормально. Сундуки поднялись. А, да, поднялись, поэтому давайте мы вот так вот. Ну, давай, поднимайся. Нет места. Ладно, вот так. Вот так. Тут у нас стена. Тут еще сундучок будет. Отлично. Ну, вот просто, да, вот что, окна мешают, поэтому фиг его знает, как это сделать. Так как с вот этой стороны, если мы будем сюда смотреть, то мы будем смотреть на заднюю часть сундуков. Или же на... на вот... на стену, да? Да, в принципе, фиг его знает, ребятки. Я не знаю, как это можно сделать, чтобы толково было. Ну, если, допустим, мы сделаем себе отдельную комнату для сундуков, как бы сделаем себе подвал, да, для сундуков, то чем мы заполним вот этот верхний этаж? Я не имею представления, ну, допустим, вот тут нам еще, да, нужно заполнить. Тут у нас будет, например, тут у нас будет комната с фосил-машинами, да, то бишь фосил-клинер, фосил-машина, ну, и может трейд-машина. И все, больше там, в принципе, тут нам ничего не нужно, да, и это, если, в принципе, поместится, да. Тут у нас будет зачарование, все-таки я, наверное, себе сделаю, где-то вот тут у нас будет зачарование, да. И, в принципе, все, тут уже места полностью нет, вот это такой коридорчик будет, тут мы потом, наверное, себе какой-то ковер сделаем. И все. И, в принципе, на вот этом этаже нам что остается, это сделать только большой склад. Если мы тут не сделаем склад, а сделаем что-то другое, а склад, например, сделаем в подвале, то что мы сделаем вот тут? Я не имею представления, ребятки. Ну, в принципе, посмотрим, дорогие друзья, что мы сделаем в следующей серии. А на этом, я думаю, давайте уже закончим. Эта серия была такая, в принципе... строительная, или просто организовываем, что у нас будет внутри дома, так как дом, в принципе, нам нужен, да, чтобы уже построить себе один офигенный дом, и чтобы он уже как бы был. В принципе, я думаю, через пару серий уже можно включить голод, чтобы уже был голод. Я уже объяснял, зачем, чтобы хотя бы немножко было какого-то выживания, да. И, в принципе, себе сделаем потом какие-нибудь фермы, там, овец, коров. Я специально себе заспавню одну корову с помощью гейммода, так как коров тут, в принципе, не должно быть и нету. И чтобы хотя бы какое-нибудь выживание было, чтобы хотя бы мы сделали что-то другое, кроме как ловить покемонов и прокачивать их. Я думаю, всем будет более-менее интересно, чтобы не только ловить покемонов, а чтобы иногда там и... на фермах немножко засаживаться, как бы. Я думаю, иногда, не всегда, я не говорю всегда, но чтобы хотя бы было и вот то, и другое. Ух ты, напал на меня, у меня почти жизни нету. У, лифстон. Офигеть. Чё бы выкинуть? Чё бы выкинуть? Верстак. И давайте тогда еще идем домой, если вот там тот покемон еще останется, который еще был один в лесу, то мы туда вернемся. Просто сейчас, в принципе, жизни покемонов почти что нету. Нет, наверное, уже все-таки пропал. Не, вот как я такую хрень не люблю. Да, вот с этим телепортом иногда такое и бывает, что как бы телепортируешься в стену, как бы там высота более чем 70, поэтому... Поэтому, дорогие друзья, все, на этом мы закончим вот эту серию. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока.